Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Важное в деталях. Тэхён показывает свои руки Чонгуку. Чонгук целует их. Просто вспомните, когда Чонгук и Тэхён были на свидании на закате, и Тэхён случайно показал Чонгука рядом с собой, а затем Чонгук опубликовал их вид на закат. Тэхён говорит: «Луна сегодня очень красивая, не так ли?» И просто посмотрите на лицо Чонгука. Подпись, согласно которой Тэхён принадлежит Чонгуку. Тэхён смотрел это видео Чонгука. Я буду плакать снова. Возвращаемся к тому моменту, когда Чонгук пел Nothing Like Us прямо перед комнатой Тэхёна в Bon Voyage. Девятое место. Где бы они ни находились, Чонгуку необходим тактильный контакт. Ставлю зуб, что засыпают Тэхён и Чонгук, обнимаясь. Все их слова кричат о том, что Чонгук и Тэхён хотят видеть друг друга рядом. Тэхён сказал: «Было бы здорово, если бы кто-нибудь из участников был здесь прямо сейчас». Чонгук сказал: «Было бы здорово, если бы он пришел и пел вместе со мной прямо в этот момент». Восьмое место. Совпадение или нет? Как думаете, похоже на очередное доказательство, что у Чонгука и Тэхёна один шкаф? Я думаю, вполне. Седьмое место. Чонгук взял Тэхёна за руку и притянул его ближе к себе. Он не хотел отпускать руку Тэхёна, и просто посмотри, как Чонгук гладит руку Тэхёна большим пальцем. Я не в порядке. Шестое место. Их язык любви – это прикосновение и забота.
Пятое место. Поведение пары. Глупые люди говорят, что Чангук и Тэхён в ссоре, и якобы они даже не разговаривают друг с другом за камерой. Но на самом деле Чангук и Тэхён за кадром буквально не отходят друг от друга. Когда Чангук положил руку на колено Тэхёна, а тот накрыл ее своей, но эта часть была вырезана, и мы смогли увидеть только последние миллисекунды секунд. Когда Чангук загадочно намекает на что-то, что понимает только Тэхён. Когда Чангук обиделся, что Тэхён не взял его за руку и в ответ начал игнорировать его руку, и Тэхён начал смеяться с этого, они такие дети, но после они все же взялись за руки. Четвертое место. Забота. Это просто Тэхён, который пытается придать сил уставшему и сонному Чангуку. Так мило. Напоминание о том, что человек, который помог Чангуку открыться, был Тэхён. Чангук сказал: «Раньше я был очень замкнутым и застенчивым, но Тэхён помог мне вырваться из моей раковины». Тот факт, что когда Хёны просили Чангука соблюдать стандартные нормы общения между старшими и младшими, Тэхён был тем, кто все просил Чангука обращаться к нему на равных. Словно этой грани 2 года никогда не было, и они были одногодками, чтобы Чангук чувствовал себя комфортно, и это действительно помогло Чангуку позже преодолеть свои страхи и выйти из своей скорлупы. То, как Тэхён увидел, что Чангука остановил став, и сразу же взял за руку и повел вперед, чтобы они прошли вдвоем, хотя этого не требовала ситуация. То, как мягко Тэхён будил спящего Чангука. Тэхён делал это очень осторожно и не резко, чтобы Чангук не испугался. Напоминаю, что Тэхён накрасил ногти перед выступлением Чангука, хотя у него было забито расписание, и он все равно пришел поддержать его, я реву, а еще Чангук видел эти ноготочки раньше нас. Третье место.
Тэхён целует хлебные щечки Чангука каждый день, утром, днем и вечером. У нас все еще есть эта реакция Чангука на чмок от Тэхёна. Он просто улетел из-за своих ощущений и даже не замечал остальных участников. Второе место. Это так интимно. Этот милый момент, когда Тэхён хотел переложить телефон в другую руку и взять стакан, но Чангук не хотел отпускать его руку. Чангук трижды пытался стянуть рубашку с Тэхёна, и он был так смущен и счастлив, когда у него это получилось. Если в вашей жизни есть человек, который смотрит на вас так, как Чангук смотрит на Тэхёна. И если я скажу у Тэхёна особая любовь к дыркам на джинсах Чангука. Первое место. Поцелуй. Чангук серьезно поцеловал Тэхёна в носик. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.